В связи с отсутствием солнечного света, я принимаю каждый день по одной таблеточке витамина D от Nutrilite. В каждой таблеточке витамина D содержится витамин D3, который образуется в коже под воздействием солнечного света, и витамин D2, который образуется в печени и трески, и в маленьких количествах в яйце и в сливочном масле.